Присаживайся. Лучше сядь поближе. Так легче увидеть урок. Хорошо. Откуда ты узнал, что я здесь? Тонг Юши рассказала. То есть... Я спросил ее, что поможет тебе расслабиться. Изготовление керамики требует спокойствия. Это точно чудесное место. Попробуй. Я сама. Все хорошо, я справлюсь. Блин, почему так неровно получается? Не спеши, расслабься. Выглядит асимметрично. Прости. Ничего, я начну снова. Вот так ты сможешь сохранять баланс.